Дорогие друзья, сегодня день рождения Инстаграма, и как показал вчерашний день, что без него теперь мир гораздо скучнее. Даже я, человек, который совсем не приемлял все средства социальных сетей, вдруг понял, что мне чего-то не хватает. Потому я всех поздравляю с тем, что у нас теперь опять есть социальные сети, что мы можем с вами общаться. Я очень счастлив, что в моей жизни это произошло, потому что благодаря такой коммуникации я узнал очень много нового. Мой кругозор расширился, я смотрю, что происходит в других театрах, в других странах. А главное, у меня появилось очень много интересных знакомых, о которых я раньше не подозревал. И хочу сказать спасибо всем моим ученикам, которые меня заставили все-таки его завести. Я всех вас очень люблю и с праздником!